В Алматы пожар уничтожил 2 автомобиля и еще 8 пострадали. Они были припаркованы вблизи ремонтных боксов. Возгорание произошло на одной из станций технического обслуживания. К счастью, обошлось без жертв. А что мы стоим? А вдруг что-нибудь взорвется? Сгорели 3 ремонтных бокса, а припаркованные рядом машины частично расплавились. По словам очевидцев, возгорание началось в среднем боксе, где ремонтировали автомобиль. Сейчас выясняются причины пожара, и как только определится виновник, владельцы авто смогут предъявить претензии. В службе пожаротушения говорят, что последствия могли быть намного плачевнее. В ходе тушения пожара был эвакуирован 25-литровый газовый баллон. Тем самым огнеборцы предотвратили взрыв баллона и распространение огня на ближайшие строения.